все ваши кандидатуры на альтернативной основе рассмотрены вплоть до администрации президента. Предложения, конечно же, вносились губернаторами, но это не значит, что они были приняты сразу и в первоначальном виде. Но из многих выбор пал на вас. Я это говорю к тому, чтобы вы это всегда понимали и ценили. Что касается города Минска, нет необходимости здесь что-то детализировать. Мы с вами встречались. Свою точку зрения я высказал. Конечно же, мы вашу реакцию и минчан отслеживали. Мне доложено, люди в общем плане, даже в деталях, поддерживают итоги нашего совещания. Убедительно прошу вас придерживаться тех поручений, которые были высказаны мною на совещании. Нам надо сделать Минск абсолютно уютным городом для того, чтобы минчане гордились городом-героем Минском. Тем более этот год для Минска будет очень непростой. И не только потому, что здесь Европейская Олимпиада или же политический год. Это также будет серьезно влиять на обстановку. Но еще раз подчеркиваю, это не главное. Главное – та работа, которую мы должны проделать в этом году по обустройству нашего города и, главное, благоустройству. Сделать это неформально, чтобы город был очень чистым и аккуратным. При этом еще раз постоянно я на встречах при назначениях говорю о нарушении законов, законодательных актов, решений президента. Отношение моего к этому знаете. Брест отметит тысячелетие. Многое в Бресте сделано. Брест надо дошлифовать, по-народному говоря. В ожерелье Беларуси, чтобы это была самая яркая жемчужина. Тем более, это западные ворота огромнейшего евразийского региона. И люди, пересекая границу, должны видеть, что они попали в другой прекрасный, цветущий мир. Гомельская область, скажу вам откровенно, она как-то меня не впечатляет последние годы. Я уже губернатору об этом говорил. Могилевскую и Гомельскую область в прошлом году и в течение первой половины этого года мы очень внимательно ревизируем. Мы будем их смотреть на предмет состоятельности руководства. Итоги будут подведены за прошлый год. Посмотрим, на что вышла Гомельская область. Время испытаний, экспериментов и прочего давно закончились, и гомельчане должны не отставать в своем развитии от других областей. Тем более, что в социальном плане мы для Гомельской области сделали больше, чем для любой другой области. Пора отдавать долги. Люди в Гомельской области должны жить не хуже, чем в Минской или Гродненской областях. Что касается Минской области, понятно, новый губернатор, начали как-то пробуждаться кадры. Сказать что-то определенное по истечении одного года сложно, но я лично внимательно наблюдаю за Минской областью, потому что это половина страны. Половина страны в сельском хозяйстве и даже в промышленности. Но не хватает исполнительности и дисциплины, разворотливости. Пожалуйста, активизируйтесь. Всем вам еще раз хочу напомнить в связи с тем, что двое из Минской области, по-моему, у нас совершили, как тут принято говорить, поступки, несовместимые с нахождением на государственной службе. Коррупция. Двое находятся в местах не столь отдаленных. Запомните одну вещь. Пока на стол мне не положат исчерпывающие факты, никто к вам прикоснуться не может. Вы находитесь в кадровом реестре президента, естественно, под защитой президента. Но если только я вижу конкретные правонарушения, особенно связанные с взятками и другими проявлениями коррупции, значит, умножайте на два как минимум. Я уже сказал, что этот год у нас с вами особый год. Да и 19-й, 20-й годы это будут непростыми.
политическими событиями, насыщенными, когда и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке нас подвергнут серьезной ревизии на предмет нашего суверенитета и независимости. Я уже об этом говорил. Мы должны быть к этому готовы. Но запомните, никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно и не ухудшим, как минимум, жизнь наших людей. Белорусы заслужили нормальной жизни. И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. Это наиважнейшая задача для всех.